Горячая новость. Некоторые СМИ сообщают, что похороны Амины Окуевой уже состоялись. Якобы ее мать настояла, чтобы церемония была не публичной, а сама Амина еще при жизни указала в завещании место, где ее похоронить. Официальной информации об этом пока нет. А с нами на связи Ольга Теребинская с информацией о брифинге в СБУ. Оля, здравствуй. Расскажи, какие громкие заявления там прозвучали, тебе слово. Да, здравствуй, Катя. Вот только что буквально закончился брифинг главы СБУ Василия Грицака. Он сообщил, что сегодня задержали исполнителя убийства Александра Харабирюша. Ее имя Юлия Просолова. Именно она заложила взрывчатку в машину полковника СБУ. Напомню, его джип взорвался 31 марта в Мариуполе, и он погиб в машине скорой помощи от потери крови. Василий Грицак также сообщил, что они знают не только имя исполнителя, но и откуда поступил заказ. Ми не просто затримали людину, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього терористичного акту. Ми знаємо значно більше, ніж зараз можемо сказати. Я скажу лише те, що ця людина входила до так званого центру спеціальних операцій, який діє під егідою МГБ ДНР. Хочу сказати, що цей центр очолює Євдокімов Василь Вікторович. Позивний символічно Ленін. Центр координується і фінансується спецслужбами Російської Федерації. Что касается убийства Амины Окуевой, то здесь никаких подробностей не сообщили, так как это дело ведет нацполиция. По поводу взрыва возле телеканала «Эспрессо» сказал лишь только, что следствие имеет очень большое количество материалов и доказательств, но пока никаких деталей здесь не рассказали. Судя. Оль, спасибо. С нами была на связи Ольга Теребинская с информацией о расследованиях СБУ.